Володей Попов. Итак, сразу бэм, просто как десанта, прямо из-под облаков вот так вот приземлился, вот такое массивное приземление было у нас, да, никак не насколько я болею, я прямо вот пальчики держу с крестиком, дайте, давай! И Да, 4 секунды уже осталось. Давай, что у нас ракетно здесь делает? Да, не учишься, нормально. Сам понимаешь, без падения это уже как бы залог какой-то, гарантии какие-то. Калимов, я.